Доброго времени суток, уважаемые любители Евротрак Симулятор 2. С вами Минион Стюарт, и сегодня я хочу вам рассказать о программе Virtual Speed Eater. Как ее установить и как ей пользоваться. Поехали! Для того, чтобы скачать программу Virtual Speed Eater, вам необходимо зайти на сайт umbrellacorporationofficial.ru, ссылка в описании, и скачать оттуда эту программу и установить ее на компьютер в любом удобном для вас месте. Чтобы начать пользоваться программой, вам необходимо зайти в игру, уже из нее выйти. Собственно, этим мы и займемся. Выходим из игры. Далее запускаем программу Virtual Speed Eater. Введите путь к папке с профилем. То есть здесь вы должны ввести путь к последнему вашему автосохранению. Далее нажмем кнопку «Загрузить». Далее в пункт погрузки ставим город, в котором вы находитесь, или откуда вы хотите взять груз. В данный момент у меня автосохранение сохранилось в городе Сальцбург, в компании Еврогудис. Собственно, я его и выбрал. Пункт назначения. Например, хочу отвезти этот груз в город Осло. Выбираем Осло и компанию, любую, куда вам необходимо. Например, Ренар. Выбираем груз. Груз, собственно говоря, можно выбрать любой. Переводы грузов есть также на сайте umbrellacorporationofficial.ru. Например, трактор. Срочность. То есть, чем больше номинал, тем срочнее нужен груз. Обычная срочность 0. Здесь все прописано. Добавляем груз. Груз добавлен. Жмем «Сохранить». После того, как сохранили, вам необходимо зайти в игру. При этом программу можно закрыть. Вот мы с вами уже в игре. Собственно, на той самой базе, да, на которой у меня должен быть прицеп. Далее ничего сложного нет. Подъезжаем к выбору заказа. Старт, прямые перевозки. И вот он, собственно, наш трактор в город Осло. Все готово. Цепляем и едем. Надеюсь, это видео было для вас полезным. С вами была корпорация Umbrella. Я Минион Стюарт. Всем отличного настроения. Пока-пока.